Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 13 числа каждого месяца. Именно в этот день вы можете привлечь благополучие в свою жизнь. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 13 число носит магический характер, и именно в это время можно проводить ритуалы на привлечение богатства и денег. Делать это можно ежемесячно. В этот день проводят специальную практику на привлечение финансов. И не стоит обращать внимание на то, какой день недели выпадает 13 число. Главная магия, которым оно обладает. Как проводят практику на деньги? Для того, чтобы избавиться от денежных проблем и добиться роста доходов, дома проводят специальную практику на привлечение финансов. В этот день берут 13 монет разного достоинства, заворачивают их в клочок бумаги. Сверток помещают в карман и носят с собой весь день. Вечером достают монетки и тратят за один час. Практика, помогающая покончить с безденежьем. Если в жизни постоянно преследуют безденежье и неудачу, можно провести специальную практику. Нужно взять свой кошелек, достать из него все содержимое. Делаем это 13 числа. На листке бумаги опишите проблемы, связанные с деньгами. Листик помещаем в свой кошелек и выбрасываем. На следующий день идем в магазин и покупаем новый кошелек. Вместе со старым кошельком из вашей жизни уйдут все проблемы и денежные трудности. Вскоре в судьбу войдет удача. Также вы можете сделать и другую практику на денежную массу. 13 числа купите комнатное растение, имеющее плотные и сочные листья. В горшок поместите 13 монет. Закопайте в грунт и высаживайте дальше цветок. По мере роста растения будут приумножаться и ваше финансовое благосостояние. Главное, следите, чтобы росток не погиб. В этом случае негативная ситуация произойдет и в финансовой сфере. При совершении денежных практик стоит учитывать, что должна быть ваша вера, а также принимать личное участие в собственной жизни. Основную часть работы должен проделать сам человек, а магия обязательно вам окажет дополнительную помощь.